Сегодня в Москве состоится встреча представителей дипведомств России и Украины. Речь пойдет о правах незаконно задержанных и пропавших без вести. Киев требует информации о своих гражданах. Это при том, что на территории самой Украины регулярно пропадают российские граждане. Правозащитники говорят о десятках россиян, которых незаконно задержали и осудили по сфабрикованным делам. Есть данные о запугивании и угрозах со стороны службы безопасности Украины. Схватить на улице могут любого, кто имеет отношение к России. Алексей Багин о том, как отдых стал приговором. Кусок золота, настоящие монеты, мелочь, сердечко, медаль. Содержимое этого сундучка 6-летний Максим бережет особо. Горсть сувениров с морского побережья – единственное, что осталось на память от папы. Его отца Владимира Безобразова похитили украинские военные прямо на глазах у ребенка. С тех пор малыш нервничает и плохо спит. Выезд на курорт бабушка Максима вспоминает с ужасом. Был дождливый день, и, в общем, целый день мы занимались там устройством и так далее. А вечером пошли с ним в кафе. Вот, посидели в кафе, немножко поговорили. Я говорю, ты знаешь, сын, я устала, пойду отдыхать. Он остался. Я говорю, еще немножко посижу. Людей в Каролина Бугас было очень мало. О том, что в 60 километрах от Одессы, в маленьком провинциальном городке, расквартирован пограничный отряд СБУ, туристы не знали. Гостиницы и рестораны при отелях подозрений не вызывали. Но, как выяснилось, места отдыха курируют спецслужбы. За приезжими, особенно из России, внимательно следят официанты, горничные и щедрые на бесплатную выпивку бармены. После пары слов о сложном положении незалежной и невинного разговора с персоналом, обыкновенный менеджер из Москвы, продавец автозапчастей, превратился в вербовщика сепаратиста. Задержали прямо в кафе. Швейцар подтвердил, приезжий вел антиукраинские разговоры, а значит, призывал к свержению власти. В этом погранотряде эти СБУшники, когда заставляли его писать, они сначала сказали, не вопрос, мы тебя сейчас выпустим. Но завтра ты зайдешь в море и не выйдешь, мы вызовем правый сектор, и ты там останешься. Он сказал, ребята, да мне наплевать. Не вопрос, выгляни в окно. Ты видишь, мама твоя сидит с твоим сыном. Они не выйдут из моря. Безобразову предложили сделку. Либо он признает сфабрикованное обвинение и после суда увозит семью в Россию, либо остается в СИЗО и доказывает свою правоту. Отпускник выбрал первое. Суд приговорил его к 3 годам условно, но выйти из зала суда россиянин так и не смог. Помешали люди в форме. Надели наручники и увезли в неизвестном направлении. Возражения адвоката слушать не стали. Негласная информация есть, что он жив, но ее скрывают, скорее всего, в связи с тем, что, ну, по большому счету, в настоящее время он незаконно удерживается неизвестными лицами. И неизвестные лица могут быть, собственно говоря, и сами сотрудники службы безопасности, либо какой-либо изолятор временного содержания. О судьбе пропавшего без вести гражданина России МВД Украины молчит больше года. За это время Одесская прокуратура возбудила уголовное дело о похищении человека. Но в усилия местных следователей мать Владимира не верит. Вместе с волонтерами она стала искать россиян, чьи родственники исчезли при похожих обстоятельствах. Выяснилось, аналогичных случаев много. В нашей базе пропавших граждан Российской Федерации, которые либо проживали на территории Украины, либо приехали в гости к родственникам, на сегодняшний день числится 16 человек. Их судьба неизвестно буквально с лета прошлого года. И они, так сказать, потерялись на территории Украины, не на территории Донбасса. По словам родственников пропавших без вести, за исчезновением их близких стоят спецслужбы. Силовикам Украины невыгодно отпускать из плена свидетелей преступлений, совершенных против собственного народа. Иностранцы могут дать объективные показания в международном суде или вызвать нежелательный резонанс в зарубежных СМИ. А значит, похищенных граждан России будут прятать до тех пор, пока это выгодно киевской власти. О допросах с пристрастием всех, кто вызывает подозрения, хорошо знают в общественной палате. Недавно наблюдатели опубликовали доклад о зверствах украинских силовиков. По словам очевидцев, задержанных иностранцев, чаще всего россиян, бьют до тех пор, пока последние не начнут оговаривать себя. Вопрос же здесь не в том, что они хватают всех людей. Вопрос в том, что никто не застрахован. Понимаете, мы беседовали с людьми, которых, например, схватили и пытали за то, что у них была визитка российского журналиста в кармане. Мы беседовали с человеком, у которого были в телефоне записаны украинские граждане. Телефоны, имена было, имена похожие просто на людей из Кавказа. Его пытали в течение 2 недель, говорили, спрашивали, где отряды Кадырова, понимаете. А это его друзья по школе, понимаете, из Киева.